за особые заслуги, связанные с развитием и укреплением российской государственности, многолетнюю деятельность в сфере здравоохранения и медицинской науки, наградить орденом Кадырова Тимрезова Бориспи Султан Хамидовича, главного врача лечебно-реабилитационного центра. Спасибо. Республики нашего брата Кадырова попросил, чтобы я лично поздравил вас с вашим юбилеем, пожелать вам здоровья, самое главное, успехов. Как мы все знаем, у наших народов всегда были братские отношения, всегда друг друга поддерживали. Тяжелое время для нашего народа. Трагедия была. Трагедия. Мы помним, мы знаем, вы, как всегда, нас поддерживали. И дай Всевышний, чтобы увидеть такое, ну, знаете, что мы всегда рядом, поддержим. Мы прожили одинаковую трагическую судьбу. Вот. Мы выжили, мы продолжаем жить, процветать. И дай Бог, чтобы на многие века вот эта наша братская дружба была, она есть и будет.